18-я международная выставка ювелирной индустрии «Интервювелир 2018» объявляется открытой! Выставка «Интерювелир 2018» – самая привлекательная для горожан и гостей курорта. Здесь изобилие модных ювелирных изделий. 150 компаний из различных регионов России привезли украшения всех стилей и направлений. Получился настоящий музей ювелирного искусства. Сегодня время индивидуальности. Это как раз можно сделать здесь, на выставке «Интерювелир». Купить то, что невозможно найти где-то в другом месте. Это красивейшие ювелирные изделия, огромнейший выбор серебряных изделий. Как всегда, кубачи нас радуют и посудой, и оружием. Я думаю, что мужчинам все это будет интересно. На выставке легко можно выбрать изделия по душе для себя или в подарок. А ювелиры не стоят на месте, удивляют разнообразными идеями, воплощенными в металле и камнях. Классика обязательно должна быть представлена, но она сегодня обыграна более новыми кастами, более новыми цветами золота. Вот. В серебре сегодня модно более крупные украшения. Тема животных, она тоже присутствует всегда. Даже самый взыскательный клиент найдет для себя интересные предложения. Традиционно для всех покупателей ежедневные розыгрыши подарков. Выставка «Интерювелир» открылась в гранд-отеле «Жемчужина» и будет работать 5 дней, вход свободный. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».